Девочки, собираюсь на маникюр, и мне так непривычно с распущенными волосами и немножко накрашенной, потому что последнее время у нас было очень жарко в Питере, и я вообще не красилась, только наносила SPF и там брови иногда. А сегодня я прям даже пудру нанесла на лицо. Вот. И да, были волосы всегда убраны, а сегодня расправлены. Да, так непривычно. Целый месяц почти ходила с убранными волосами, потому что, ну, действительно было плюс 30. Очень-очень жарко. Вот, пойду на маникюр. Уже отросло все. Не знаю, раньше я все время делала мягкий квадрат, как вот у меня сейчас, но почему-то мне уже не нравится эта форма ногтей. Ну, лично на моих руках хочу все-таки миндаль. Сегодня предпоследний раз, как я пойду к своей девочке. И для меня, конечно, это безумный стресс. Как оказалось, найти мастера не так-то и просто. Я всегда думала, что ну, уже индустрия маникюра так далеко шагнула, что в принципе все должны уметь хорошо делать, качественно. Оказалось, нет. Все равно очень много самоучек и просто людей, которые, не знаю, может, не любят это делать. Не знаю, почему у них получается хуже, чем у других, хотя работают на одних и тех же материалах. Даже в одном и том же салоне топ-мастера разные. У каждого разная техника, и все держится по-разному, несмотря на то, что базы и лаки все одни и те же. Ну, такой вот парадокс. Вот такой вот у меня лук. Взяла на всякий случай свой новый зонтик. Вот, потому что вроде намечается дождик. Вся в белом, голубая жилетка и новые кеды розовые. Девочки, пришла я уже с маникюра, сделала вот такой вот красивый, очень нежный оттенок. И форма это такой вот, не знаю, овал, наверное, максимально похожий на естественную форму ногтя. Будем выводить в миндаль. Мне последнее время очень нравится миндалевидная форма ногтей. И вот мягкий квадрат, который у меня был, ну, конечно, уже разнравилась мне такая форма, хотя раньше я ее постоянно делала и не представляла, что когда-нибудь мне понравится вот такая вот форма. Вот. Но оттенок просто потрясающий. Я очень довольна. И хотела поделиться своими первыми впечатлениями об этом креме. Пользовалась им всего 2 раза, и на самом деле он мне помог. За 2 раза он мне затянул все пятки, они мягкие, как у младенца, можно так даже сказать. Так что очень мне понравился. Сейчас я даже им мажу локти и руки. У меня на руках была сухость очень сильная. Мне даже дерматолог прописывал крем, но он мне помогал, вот когда им только намажешься. То есть первые там пару часов руки мягкие, а потом стоит только их помыть, и все, руки опять сухие и такие вот, ну, шершавые даже. А вот этой штучкой я помазала тоже руки 2 раза, и просто вот прошла неделя, и руки в порядке. Я даже не мажу никаким другим кремом. Так что скриньте обязательно, присмотритесь, попробуйте. Он не очень дорогой. Пахнет, конечно, так больше медицински, без задушек вот этих вот там сладеньких, приятненьких, но он работает. И сейчас я пойду в пункт выдачи. Мне нужно забрать те шорты, которые я заказывала. Мне отправили по ошибке другие, я их возвращала. И сейчас, надеюсь, мне прислали те, которые я и изначально заказывала. Такие в стиле, даже немножко old money, сейчас это очень трендово. Вот. И я еще думаю, заказывать или не заказывать мне леопардовую рубашку и леопардовые джинсы. Не знаю, мне как-то в последнее время очень нравится этот принт, но я бы все, конечно, не хотела, но вот этих 2 вещей, мне кажется, мне было бы с головой так разнообразить образ, потому что, ну, я обычно всегда в однотонном, в монохромном каком-то образе.
Вот. Так что думаю насчет леопардовых акцентов в своем гардеробе. Не знаю, напишите, что вы думаете. Скорее всего, к этому моменту я уже либо куплю, либо передумаю. Но мне интересно ваше мнение, как вы вообще относитесь к этому принту, носите вы его в повседневной жизни или считаете там, не знаю, вульгарным каким-то. Девочки, хочу с вами поделиться новинками. Это был подарок от мамы мужа. Это шампунь и кондиционер от Saint Bas. Мне очень нравится эта фирма. У меня довольно много различных средств для тела и для лица. И мне очень она нравится. И вот теперь у нас есть шампунь и кондиционер. На самом деле найти шампунь и кондиционер в обычных магазинах очень сложно. Поэтому я рада, что у нас появились еще в таких красивых упаковочках. Они стеклянные. В общем, безумная красота в ванне. И они очень приятно пахнут. Кондиционер более такой густой, шампунь вот он такой вот немножко жидковатый. Пользуемся мы уже 2 дня. Что хочу сказать? Очень приятный шампунь и кондиционер. После шампуня волосы хорошо промыты. Достаточно одного раза, ну, чтобы промыть волосы. При этом волосы рассыпчатые, ухоженные, блестящие. В общем, буду теперь искать этот шампунь в магазине каком-нибудь. Надеюсь, в салоне красоты, в который я хожу, там представлен он. Потому что там есть линейка тоже от Saint Bas. И я думаю, что шампунь там как раз-таки должен быть, либо может через них заказать. И кондиционер тоже суперский, приятный. Он очень такой густой, прям плотненький. Вот, кондиционера нужно совсем немножко. Шампуня тоже не очень много надо, чтобы помыть мои длинные волосы. Пахнут они тоже потрясающе. Такой дорогой, приятный запах. Немножко травяной, наверное. Но мне нравится. Так что родителям мужа большое спасибо за такой приятный подарок. Будем пользоваться. И в предыдущих видео я показывала, что на Wildberries заказывала ложку для обуви в белом цвете, которую я возвращала. В общем, я перезаказала на бежевую. Вот она на магните. Этот магнит, он просто на клею двусторонним крепится к стенке. И вот так вот она выглядит. Просто идеально подошла под нашу дверь. И получается, так вот берешь, здесь тоже магнит, и потом обратно. Вот так вот. И всегда она рядом, потому что обычно у нас ложка лежала либо здесь, либо тут. Это безумно неудобно, а так хотя бы она аккуратненько выглядит. Ее практически незаметно. Я безумно довольна. И, наконец-то, я забрала свои шорты из Nice One. Они у меня в размере M. Идеально сели на фигуру, по талии и в бедрах. Прям вообще супер, нигде ничего не топорщится. Здесь есть такие вот хлястики для ремня. Плюс здесь есть защипы, что придает им более классический вид. Мне они очень нравятся, плотные, не просвечивают. Но, естественно, конечно, нужно надевать бежевое или белое белье, но не как черное. Черное, конечно, будет просвечивать, а так, в принципе, все очень прилично и красиво выглядит. Плюс есть вот такие вот накладные карманы сзади. Мне они нравятся, их нужно вот постирать. Я только-только их забрала. Можете посмотреть артикул, если вдруг они вам понравились, и заказать на сайте. И хотела показать еще на LaMode забрала носочки. Нравится мне вот эта вот модель у Hugo. Уже заказываю не первый раз. Ну вот, решила обновить. И вот так эти шорты смотрятся на мне. Не обращайте внимания, что, конечно, они помяты. Но получается, талия у них очень завышенная. И они не очень короткие. Такие вот кармашки. Примерила я это также с топом от Nice One. Красивым серым. Качество у них просто потрясающее. Правда, в Питере сейчас похолодало, но надеюсь, еще потеплеет, чтобы их надеть. И решила примериться своим серым пиджаком, чтобы сделать образ более такой деловой.
Конечно, на работу в таких шортах коротких, я думаю, навряд ли можно пойти. Но на встречу с подругой, в принципе, вот такой вот короткий топ, шортики эти и наверх пиджак. Еще не хватает здесь ремня красивого. И на ноги можно как каблуки, так и кеды. Я думаю, будет смотреться очень здорово и с тем, и с тем. Принесла два пакета с доставкой. Это Wildberries, тут доставка из LaModa. И сейчас вместе с вами распакую, покажу, что я заказала. Там есть очень интересные продукты. Особенно на Wildberries есть одна вещь, которая меня очень поразила. Сейчас все покажу. Девочки, в общем, как и обещала, показываю вам, что я забрала с LaModa. Первые две мои покупки. Так, давайте с них начнем, они самые большие. Это две одинаковые футболки из лайма в белом и в черном цвете. Мне понравилось, что здесь тоненькие лямки. На самом деле не думала, что найти какую-то майку будет так сложно. Мне ничего не нравится на LaModa, какой-то выбор не очень большой. Я просто хотела маечку на тонких лямках, чтобы загорали плечи, спина. Ну вот такого вот варианта я только нашла. В общем, это обе размер M. Посмотрите на артикул, вдруг вам понравится. Там, по-моему, еще есть такая же в сером. Если на LaModa не будет размеров, то посмотрите обязательно на сайте Лайма. Там, как правило, они есть, либо в магазине. Просто в Санкт-Петербурге эти магазины находятся далековато. Будь здорова, собачка кашляет у нас. Вот. Так что да, магазины находятся довольно далековато, поэтому я всегда заказываю либо с официального сайта, либо с LaModa. Плюс LaModa в том, что очень легко вернуть, если вдруг товар не подошел. Но на LaModa меньше выбора, чем на официальном сайте Лайма. Так что да, взяла две такие майки, нравятся они, по-моему, тут состав, так, на ярлыке. По-моему, это хлопок, там может быть с небольшим добавлением эластана. 95% хлопок и 5% эластан. Приятный состав, в принципе, стоили недорого, а еще с промокодом от блогера у меня вышла каждая майка по 1000 рублей. Я считаю, хорошая цена на лето, и можно потом под свитерочки какие-то носить. Еще заказала мужу носки в Кальзедоне попробовать, вот такие вот короткие. Сложно ему найти носки, потому что все маленькие. Это какой-то размер, вот 46-47, не знаю, надеюсь, они ему подойдут. Так, еще, ну давайте самое такое большое, что торчит, было в мешочке. Вот такая вот щетка. Решила возобновить массажи. Думаю, еще насчет банок покупать, не покупать, потому что я раньше делала себе вакуумный массаж и массаж вот такой щеткой. Эта щетка мне понравилась тем, что она трансформер, то есть можно использовать ее вот с ручкой, с длинной, или же вот так вот. Мне, конечно, вот такой вариант больше нравится, но посмотрим, насколько вот так будет удобно. У меня уже была щетка из The Body Shop, но я ее просто выкинула, потому что она уже старенькая была. И вот как раз-таки Body Shop была вот с ручкой, с такой длинной. Мне, в принципе, было удобно. Вот. Буду пользоваться, пробовать. Хотя лето уже в разгаре, но за телом нужно ухаживать круглый год. Так, еще я заказала Marvis ополаскиватель для рта, решила попробовать. Тут не очень большой объем, по-моему, 150 миллилитров. Стеклянная упаковка. Будем пробовать. Но пахнет вкусно. Также заказала две зубные нити. Ну, потому что они только были, по-моему, в наличии. И свою любимую сыворотку от Dalba. Моя уже заканчивается, малышка. Вот я заказала еще одну. Слушайте, это, наверное, упаковка четвертая, если не пятая. И зашла в Магнит Косметик. Решила купить карандаш Stellary в оттенке 10. Мне нравится комбо
которая с карандашом 9 и 15 красиво выглядит. И вот решила попробовать тоже из их популярных оттенков 10. Он был последний. В общем, решила взять. Стоил он там в районе 230 рублей, по-моему. Ну, ну что такое? Что ты там чихаешь? Кешик, у кого скоро день рождения? Так, и давайте распакуем, что я забрала на Вайлдберрисе. Так, сразу убрала пакет, чтобы он не мешал. Первое, что я заказала, это платье для вот этой вот красотки. У нее выходные, день рождения. Это какой-то китайский бренд. Я его находила на Алиэкспрессе. Там очень много одежды у этого бренда. Но я покупаю на Вайлдберрис, потому что я на самом деле как-то с Алиэкспрессом не очень дружу. Вот, такое вот платьишко. Красивая, беленькая. Она понимает, что это ей. Вот такая вот фирма. Так, сейчас покажу. Такая вот. Ну все, она будет сейчас изучать. Так что заказала ей красивое белое платьишко. Кьяшику будет уже 8 лет. Она у нас взрослая девочка. Будем отмечать. И для меня очень важно, чтобы вся одежда у нее была на вот таких вот кнопочках. И можно было легко одеть. Очень красиво. Кьяш, тебе нравится? Кьяша, будь здорова. Ну все, расчесала она голову. Кьяш, тебе нравится платье? Так, еще на Вайлдберрис заказала аналог пластыря Compeed. Compeed вообще нигде не найти. Попробовала Food Expert, по-моему, пластыри, но они отвратительны. Увидела вот такой вот китайский аналог. По-моему, это китайский. В общем, решила попробовать, не знаю. Будем тестировать. Еще к Яше заказали мы вот такие вот косточки. Это педигри. В магазинах их не найти. Они для чистки зубов. Вот они такие маленькие. Ей нравится. Раз в неделю даем половинку вот от этой палочки. Еще заказала вот такие вот красивые кафе. Это, по-моему, называется. Ну, в какие-то образы. Стоили они там рублей 200. Так, сейчас давайте откроем. Вот такие вот красивые, с камушками. Тут два ряда камушков, тут один и просто обычная золотая. Ну, выглядит симпатично. Так что, да, какие-то образы попробую вписать. Я на самом деле себе хотела проколоть вот это место, чтобы там тоже была сережка, но как-то мне хрящик страшно прокалывать. Многие пишут, что очень долго заживает, а у кого-то вообще болезненно. Так. И что я очень хотела попробовать, это вот такую вот вещь. Не знаю, кто-то, может быть, уже догадывается, что это. Ну, тут написано «Парфюм для дома». Это диффузор. И коробочки очень-очень что-то напоминают. Я думаю, кто знаком с маркой «Zielinski & Rosen», вот отсылка у них будет. От этой коробочки на продукцию от Zielinski. Так, и давайте откроем. И вот упаковка тоже вот черная, как у Zielinski. Тут у нас палочки черненькие. У Zielinski бежевые. Упакованы все хорошо. И вот такой вот диффузор. Black Pepper Amber Neroli. У Zielinski это самый популярный аромат. Он мне очень-очень нравится, но диффузора с этим ароматом у Zielinski нет. Увидела у этой фирмы, многие писали, что это прям очень похож на их вот этот аромат. Попробуем, сейчас хочу открыть, затестировать. Ну что, девочки, хочу сказать по поводу этого аромата. Действительно очень похож, но вот этот аромат тут... Что я чувствую? Я чувствую больше нотки спирта в первую очередь, но отдаленно похож на действительно Black Pepper. Я не знаю, почему Zielinski не хотят сделать с таким ароматом диффузор, но этот приятненький. Посмотрим, как будет он пахнуть. Сейчас его открою, поставлю.
Но мой фаворит пока даже не Зелинский, а банка Home, вот аромадиффузор. Вообще потрясающе, очень вкусно пахнет на весь дом. Посмотрим, как будет этот. И последняя моя покупка с Wildberries, на которую я вообще не возлагала никаких надежд. Я думала, что это очередной стрёмненький костюмчик будет, но решила попробовать, заказать, посмотреть. Сейчас откроем. Заказала, в общем, я вот такой вот спортивный костюм. Это шортики и топ с чашечками. На самом деле, обалденное качество. Этот костюм стоил 1000 рублей, по-моему. Но швы вообще очень хорошо сделаны. Внутри все очень хорошо прошито. Ничего не торчит, никаких ниток. Я взяла размер L, хотя можно было M. Потому что, ну, я испугалась, что будет он в облипку. Но хотя, вот у меня грудь небольшая, и размер L на грудь, в принципе, ну, я бы не сказала, что очень большой на мою. Поэтому нужно, конечно, смотреть, мерить. Но девочкам высоким и, в принципе, таким среднего телосложения, я думаю, L-ка вообще будет очень хорошо. Или M-ка, кто любит прям, чтобы вот в облипку, в облипку. Ну, он, конечно, тоже в облипку, но, тем не менее, не так плотно, что ли, не так утягивает. Костюм просто потрясающий. Я артикул оставлю. И просто я осталась в большом восторге от качества и вообще от цвета, и я думаю, что закажу сейчас себе еще какой-нибудь один. Но я сначала его постираю, посмотрю, как будут выглядеть вот эти вот нашивочки, потому что это, ну как, короче, наклейка. Ну вообще, вот когда я вот так тяну, она не лопается. Посмотрим, как будет в носке, но я померила, просто потрясающе смотрится на фигуре. Кто-то, кто более такой смелый, наверное, может этот костюм смело надевать на улицу с какой-нибудь рубашкой. Для меня просто шортики, ну, коротковаты. Я заказывала для того, чтобы заниматься в нем дома. У меня есть костюм от Белью. И что хочу сказать. Вот Белью костюм в среднем стоит 1005. Ну, просто топ и шорты. Ну, велосипедки у них. А то и больше, по-моему, сейчас. И качество там, ну, хорошее, но местами, вот у меня есть велосипедки, я в каком-то влоге показывала, что велосипедки вообще отвратительного качества. Этот, ну, понятно, что это Китай, но это очень хороший Китай, качественный. Уже выбегаю на встречу с подругой, пришлось взять большую сумку из-за зонта, у нас такая непонятная погода, завела локоны. И из-за дождя, конечно, все уже расправилась. И, кстати, вот кафе новое, которое я вчера показывала, которое забрала с Вайлдберриса. Ну, прикольно смотрится, необычно.